23 сентября в Печорском ЗАГСе прошло торжественное чествование юбиляров золотой свадьбы. Главными виновниками торжества стали супруги Поваровы Юрий Николаевич и Нина Александровна. Ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГСа Марина Гостева провела торжественную переаттестацию брака. Молодожены ответили на такой вопрос, согласны ли они на продление семейных уз. Дали обещание еще полвека прожить в браке с друг другом, а также поделились секретом своего супружеского долголетия. Характер у нас такой, что мы, если что-то обиделись, или, как говорится, тут же повернулись, все, как будто ничего не было. Никогда у нас не было такого, что мы вот разругались, там месяцами не разговариваем или что-то. Нет. Психанул один, что-то там не так это, повернулся, все уже нормально. Нету такой характер спокойный. С достоинством выдержав все испытания, супруги Поваровы скрепили полувековой союз золотым поцелуем. Также им была вручена золотая медаль – символическое свидетельство о заключении брака. В подарок Юрию Николаевичу и Нине Александровне исполнили несколько музыкальных номеров, под один из которых они станцевали супружеский танец, как и 50 лет назад. Супруги Поваровы познакомились в 1957 году на танцах. Начали встречаться, однако через несколько месяцев судьба разлучила их. А потом уехала в Ставрополь. Родители туда переехали, я уехала туда. Там работала, училась. А он тут все время жил. А потом переписывались все время эти с 57 до 61 года. А в 61 году он приехал где-то в начале сентября. Ну вот, подали заявление, договорились, подали заявление и расписались там. Праздновали. Я работала на заводе. Потом у дяди. Потом уехали обратно в Плесецк, Архангельской области. Там свадьба была. Ну вот, а оттуда переехали сюда. И вот с 62 года мы живем в Печоре. На следующий год будет уже 50 лет, как мы в Печоре. Главное – любить и никогда не держать друг на друга зла. Вот в чем секрет их семейного благополучия, чего золотые юбиляры супружеской жизни желают всем молодым семьям.